Всем доброе утро. Мы вчера просто очень хорошо погуляли. Я вон не пойму, в чем сплю. В общем, сейчас я на все всем отвечу. Просто чуть-чуть дайте время. Директ завален, самая актуальная тема на данный момент, конечно же. Кто-то радуется, ликует. Ну, как бы вообще не подумали, конечно. О сотрудниках, которые на Новый год остались без работы, а их, поверьте, в разы больше даже, чем вы думаете. Ну, очень много, просто сотни. Вот. Конечно же, сейчас всем говорят, типа, без паники, мы там будем работать в прежнем режиме, но это неправда. Не будет ничего больше работать в прежнем режиме, как минимум, потому что все уходят с федерального канала, и будет какая-то интернет-площадка, ну, как бы, ребят, во времена Инстаграма, ТикТока, Ютуба, это смешно. Вот, это первый момент. Второй момент. Сейчас всем участникам, ну, не сейчас, несколько дней назад, дали еще, понимаете, подписать бумагу, действующим, я имею в виду, о контракте, о неразглашении информации, штраф 2 месяца. Поэтому все это байки, ничего больше в прежнем режиме работать не будет. У действующих участников, сотрудников, конечно же, просто нет другого выбора, как говорить такую информацию.